Ирина Аллегрова. Певица Ирина Аллегрова – мастер по устраиванию скандалов с поклонниками. Даже преданные любители ее творчества не готовы оправдывать артистку. Однажды Аллегрова нагрубила мужчине, который хотел подарить ей цветы, чтобы он не смел к ней приближаться. Несмотря на грубость, выхватить букет звезда не забыла. Максим. У певицы Максим конфликты чаще возникают не с фанатами, а с организаторами концертов. Говорят, у исполнительницы барские запросы. То певица отменяет концерты, потому что ей нашли не то оборудование, то переносит выступление вообще без причины. Работавшие с Мариной команды говорят, что это проблемы ее воспитания. Гвинет Пэлтроу. У Гвинет Пэлтроу милая улыбка и ангельская внешность, но не стоит обманываться. Гвинет считается самой капризной актрисой в Голливуде. Считает, что она единственная, кто обладает настоящим талантом. А со многими ей дозволено говорить, как с прислугой. Алена Водонаева. Алена Водонаева из обычной участницы «Дома-2» стала видной журналистом и блогером. Ее слушают и читают, но при этом многих высказывания Алены обижают. Она проходится не только по российским коллегам, но и дерзко комментирует жизни мировых звезд, да и простым подписчикам тоже нередко достается. Инстасамка. Рэп-исполнительницу Дарью Затееву подвел ее экстравагантный образ. Девушка никогда не пыталась показаться ангелочком, но и рамки приличия она соблюдать не пытается. Фанаты уверены, скандальные инфоповоды инстасамка специально, чтобы о ней побольше говорили. Кэти Топурия. Однажды Кэти Топурия выложила в соцсети фото с воровской подписью. Поклонники не оценили выходку и поняли, что это была отсылка к отцу певицы, криминальному авторитету Андро Топурия. Певица не заставила ждать с ответом. «Забавно будет, если сейчас друзья вора в законе к тебе приедут», написала она одному из комментаторов. Настасья Самбурская. Настасья Самбурская говорит то, что думает. Фанатам, коллегам, всем. Из-за этого относятся к ней предвзято. Знают же, что может не сдержаться. Так, у певицы-актрисы был яркий скандал с продюсером Виктором Дробышем и его адвокатом Катей Гордон. А еще она поругалась с известной поэтессой Анастасией Волочкова. Анастасия Волочкова – балерина, человек искусства. Однако некоторые выходки артистки скорее пугают поклонников, чем восхищают. Речь и о странных фото, и о ссорах с соседями, и о скандальных видео с Никитой Джигурдой. Сразу становится понятно, что настоящую звезду никто не знает, и ожидать от нее можно все что угодно.